В этот же день на сессии Совета состоялась торжественная церемония, посвященная вступлению вновь избранного главы в должность. В торжественной церемонии приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Иван Демченко, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский, Жанна Беловол, руководитель Департамента промышленной политики администрации края Иван Куликов, депутаты района, главы поселений, руководители предприятий и учреждений, представители общественности, правоохранительных органов и духовенства. Роман Иванович Синеговский, обращаясь к землякам, произнес клятву. Вступая в должность главы муниципального образования Славянский район, торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности главы муниципального образования Славянский район, защищать интересы жителей района, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и Краснодарского края, устав муниципального образования Славянский район. От имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева зачитал приветственный адрес Роману Синеговскому Иван Куликов. Уважаемый Роман Иванович, примите самые искренние поздравления с избранием на должность главы Славянского района. Ваша убедительная победа показала высокое доверие к вам депутатского корпуса и жителей муниципалитета. Славянский район сделал значительный шаг вперед в вопросах социально-экономического развития. В полтора раза увеличилась доходная часть бюджета, построены новые детские сады, офисы врачей, общие практики, легкоатлетический манеж. Значительное вложение сделано в укрепление спортивной базы района и развитие детского спорта, а также спорта шаговой доступности. Выполнен большой объем работ по благоустройству населенных пунктов. Сегодня Славянский район по праву считается одной из самых комфортных, благоприятных для проживания территорий Кубани. Не сомневаюсь, что опыт эффективного управленца, хозяйственника поможет вам и в дальнейшем настойчиво и целеустремленно вести Славянский район к новым победам и достижениям. Желаю вам крепкого здоровья, целеустремленности, творческих инициатив и принятия продуманных, ответственных решений на благо жителей района. Со словами поздравления и напутствия к вновь избранному главе обратились Иван Демченко и Виктор Чернявский. Они отметили эффективное взаимодействие исполнительной и представительной власти, руководителей предприятий, предпринимателей, общественности в решении многих вопросов развития Славянского района, а также стремление Романа Синеговского к постоянному общению с жителями, умение ставить в основу своей работы интересы земляков, его нацеленность на результат, на создание комфортной жизненной среды для славянцев. В ответном слове Роман Синеговский поблагодарил всех за оказанное доверие. Дорогие друзья, всем вам спасибо за совместную работу. Если что-то у нас получается, значит, это мы вместе трудимся, правильно? И жителям нашим спасибо. Всем спасибо. Мария Климова, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».